Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале ZEV, у микрофона, как всегда, Александр, и сегодня мы продолжаем говорить об оружии в Red Dead Online, а именно сегодня поговорим о пистолетах. Их, конечно, немного, но стоит разобраться, для чего они нужны и где нам пригодятся. Перед тем, как мы начнем наш разбор и обзор, хочу вас попросить подписаться на мой канал и не забывайте ставить лайк этому видеоролику. Каждая ваша подписка важна для меня, друзья, так что надеюсь, вы подписались и поставили лайк. Погнали. Первое, с чего нужно начать, так это то, что у нас всего три пистолета. Конечно, в игре их возможно больше, как минимум я не увидел пистолета, который напоминает 1911, я его видел на постерах у Артура в руках. Увы, в Red Dead Online я его не встречал. Если вы его встречали или знаете, как его заполучить, то обязательно пишите об этом в комментариях. Начнем по порядку. Первый пистолет, он и самый дешевый, это пистолет Волканник. Больше напоминает револьвер. Единственное, не имеет барабана и заряжается как карабин. Возможно, поэтому он и считается пистолетом. Но если не смотреть на название, то по стрельбе можно подумать, что это какой-нибудь револьвер. Он имеет самую высокую меткость среди пистолетов и самый высокий урон. Дальность у всех трех одинакова, а вот по другим характеристикам отстает от двух других. Это темп стрельбы и перезарядка. По этим параметрам он похож на револьверы. О следующих двух я расскажу одновременно, так как полуавтоматический и пистолет Маузера имеют одинаковые характеристики, и их отличия незначительны. Маузера имеет больше урон, но отстает от полуавтоматического в темпе стрельбы и перезарядки. В игровой динамике эти отличия мизерны и для меня стреляют одинаково. Единственное отличие, так сказать, весомое, это то, что у одного магазина 10 патронов, у другого на 8. В целом это как два брата-близнеца. Мнение я решил оставить напоследок, так как оно очень смешанное и не совсем ясное. Сразу скажу, по стрельбе и другим характеристикам Волканик я отнес бы к револьверам, а там лично для меня лидирует Лима. Так что про Волканик мы забываем, а вот с двумя другими не совсем все ясно. Одно скажу, что когда вы будете их использовать, то ваши патроны будут улетать как вода сквозь пальцы, просто молниеносны. Но есть одна фишка, это то, что эти пистолеты можно использовать одновременно, и за пару секунд вы можете выстрелить 18 патронов. Это нехило, и можно сказать, что используя в паре такие пистолеты, это просто как получить в Red Dead Online пистолет-пулемет. Но при парном использовании патроны улетят еще быстрее. Так кому же стоит покупать пистолеты, для чего они понадобятся? Я, конечно, не знаю, есть ли в Red Dead Online режим выживания, где нужно отбиваться от толпы ботов, которые наступают волнами. Если да, то этот сет идеален для такого режима. Кстати, если есть такой режим в игре или нет, напишите в комментариях, друзья. Я просто не в курсе. В целом, отлично подойдут пистолеты для заданий, где нужно отстрелить много ботов. В других случаях у вас быстро закончатся патроны, если отстреливаете постепенно, и попросту не будете их юзать. А стоит ли тратить на такое удовольствие 1200 баксов, это при условии использования двух пистолетов полуавтоматические Маузера, и бегать постоянно пополнять запас патронов, решать вам. Лично я поставил два револьвера Лима и Шофилд и доволен как слон. Волканик вообще не рекомендую к покупке, так как это по сути тот же револьвер, только без барабана и с меньшим уроном. О револьверах есть свои любимчики. Вот такой получился у нас обзор, друзья. Оставляйте комментарии, какие пистолеты юзаете вы, или может юзаете сразу два. Обязательно оставляйте комментарии, не забывайте подписываться и спасибо, что досмотрели этот видеоролик до конца. Если для вас этот обзор был полезен, да и просто в качестве поддержки поставьте лайк. Всем спасибо, друзья, и до встречи в новых видосах.